Всем привет, ребят! Сегодня мы поговорим о Талантике «Железная воля». Многие просили заснять видос. Наконец-то я докачал основных героев, которых я хотел. Расскажу вам, как этот талант себя показывает, тащит, не тащит, что он дает. Итак, давайте на примере ведьмы, на которую обзор, я думаю, вы уже посмотрели. В чем суть? В первые 18 секунд битвы герой увеличивает атаку на 90% и получает иммунитет к оглушению, страху и эффектам, снижающим энергию. Что это такое? Как действует этот талант? Это своего рода бог войны, который действует все время, но тут он внезапно воздействует всего лишь 18 секунд с начала боя. Но дополнительно ваш герой получает иммунитет к станам, к разбросам разным, эффектам, снижающим энергию. Единственное, что может случиться, как обычно, просто ара возьмет и заблокирует вашего героя. Кому этот талантик хорошо ставить? Его ставить хорошо массовым дамагерам, которых я вам сейчас покажу, которых я уже протестировал и расскажу, где их можно использовать. Так, давайте через арену. Тут, в принципе, будет более наглядно. Так. Я расскажу, где этот талантик можно и нужно применять. Так, где там вы все? Так, раз. Два, три, четыре, Лидилео 5. Вот у меня есть 5 таких героев на сегодня. Почему именно имя поставил и где их использую? Леди Лео, она офигенно станет. Основная проблема у нее была то, что она станется и у нее могут забрать энергию. Я прокачал специально с таким талантиком. У нее встроенный, по-моему, бастион идет. Это еще считайте как дополнительно бог войны. На ней у меня был бог войны. Как только вышел этот талант, я бог войны сразу слил и прокачал ее одной из первых. Почему? Потому что я использую в забытой битве, в лабиринте. То есть на PvP локациях всех я ее стараюсь использовать. Она очень офигенно, кстати, на паре там с Медузой. Думаю, вы тоже уже видели обзоры на это все. Если не видели, посмотрите. Прохождение лабиринтов последних тащат очень офигенно. Она станет две зоны, причем она на 12-м скилле вообще себя открыла совсем по-другому. Ведьму я прокачал вот недавно, точнее там сегодня, грубо говоря, прокачал потестировать урон. Урона, конечно, немерено у нее, но она сливается, жизни немного. Для нее это тоже, если у вас есть пятая ремка рунами, то есть для Лео, для ведьмы, для Минотавра, для Медузы, там кроме Анубиса, Анубиса так быстро заряжается, ремка пятая рунами, и герой просто тащит, плюс одну клетку ставите и все. Для ведьмы тоже офигенно заходит этот талантик, но я бы, честно говоря, не особо советовал и ставить это в последнюю очередь, если у вас там он выпал и уже вы не знаете, кому его притулить, можно поставить ей. Если вы ее там будете использовать, той же самой забытой битве, обзор можете посмотреть, в принципе, неплохо себя показывает Анубис. С таким Анубисом я бегаю на битве гильдии, ставлю ремку. Стрелок у него не забирает энергию, он умирает, рождается сразу с ремкой, сразу же сносит юнитов. То есть для битвы гильдии идеальный вариант, точно так же идеальный вариант для подземок. Это как БВшный, все равно у вас Анубис больше, чем 18 секунд, там сам без магии не выстоит, его снесут, это я говорю за седьмые там кошмарки. То есть вам хватит с головой именно для подземок такой сборки. Минотавр аналогично, подземки, прохождение битвы гильдий, стрелок
становится пофиг, стан пофиг, он идет просто к цели и сразу сливает. Медуза аналогично, очень офигенный герой получился. СБВшка есть, и есть с таким талантиком. И, честно говоря, СБВшкой я подзабросил, поставил с таким, использую на ПВП, это локациях, это забытое, и плюс лабиринт. Можно использовать там на других локациях, но как бы ограничение 18 секунд дает о себе знать. То есть проходит время, и все, герой у вас просто становится без таланта, он ничего сделать не может. Так, об этом мы поговорили. Давайте потестируем, вот они у меня практически там частично собраны. Сейчас найдем где-то крестообразную базу. Вот есть магические башни. У нас так, Атлант. Атлант Рак. Вот хочу еще даже попробовать на Атланта вцепить. Правда, у меня бег стоит. Может, будет скин. Попробуем. Так, вот Леди Лео. Смотрите, вот она сейчас будет. Вот ее башни. Башни ее просто не станет. То есть в этом вся прелесть этого таланта. 18 секунд, у вас герой с иммунами разными. То же самое медуза. Пофиг, стрелок, вертолетики, как видите, они только единственное, что наносят, это урон. То есть они ее не станут. Ведьма. Смотрим на урон. Вот смотрите, как ведьма шатает с этим талантом. Там сразу минуснуло кого-то. Тоже очень неплохой для нее вариант. Тут, не знаю, сейчас ее Анубис коцнет. Да. Дальше кто у нас? Анубис. Аналогично, но у нас тут уже, к сожалению, башен нету. То же самое он себе без проблем. Сейчас мы его потестируем. Ну, именно Минотавр сейчас мы потестируем. Найдем еще одного. Так, я Анубиса, по-моему, не собирал. Давайте поставим. Топор. Ставим вот так вот ангела. Так, тут юнитов нет. Вот тут есть юниты. Вот мы его выпускаем. Он раз снес. Но тут стрелковые башни. Но опять же, как видите, сейчас у всех основная проблема после обновы была у нас. Пофиксили у нас ремку, она работает теперь не так. То есть если у вас есть ремка 5, герой возрождается, он с ремкой 5 возрождается. Если ремки 5 нету, он накопил энергию, умер, она на нуле. Вот смотрите, второй раз он снес, пока добежал. То есть он, соответственно, опять же не станется. Третий раз снес. То есть три раза он только один раз умер. Вот четвертый раз. Пятый. Ну, уже время вышло. Все, он начал станется. То есть он ударил, вы видели, да, сколько раз. То же самое аналогично Минотавр. Сейчас пусть пропадет все. Дырочек нету, к сожалению, нет. Вот Минотавр. Он идет к цели. Вот он. Видите, 74% он дошел без проблем до башен. То есть это при том, что можно поставить его там тоже одеть. И, то есть на битву гильдии именно такой Минотавр топовый. На подземке такой Минотавр топовый. Он у меня на основе на китайке есть. Именно с этим талантом прокачанный, не знаю, больше ничего для него по сути не надо. Ремку ставить и вперед. Дальше. Этот же талант есть у нас рунами. Вот он у меня стоит. Если у вас есть возможность донатить и купить там хотя бы там первый сет, он будет давать... Сейчас я
так, чтобы наглядно было. Так, о чем у меня первых сетов нету? Дожились. Так, какие там у меня третий сет только есть. Ну, не буду его открывать. Суть в том, что собираете первый сет даже, и у вас герой 10 секунд будет иметь тот же самый неуяз. Вот первые 10 секунд увеличивает атаку, атака будет там меньше чуть-чуть. Это пятый сетик. И все. И у вас 10 секунд вам тоже будет хватать на PvP локации, на подземке. Ставите ему основным талантом, там, не знаю, если у вас ремки есть, ставите этот там, если другие герои. Тут все зависит от героя. Офигенный тоже талант сетом рун. Его будет хватать. Просто первое даже хватает с головой. Дальше там уже усиление, понятно, идет урона. Как видите, 4200. То есть такой вариант тоже есть, и он довольно-таки интересный. Дальше, что мне еще, скажем так, вот давайте пойдем в лабиринт, еще раз покажу пачку. Поехали на следующий этаж. Потом все равно пересоздам. Вот такая вот пачка. Вот у меня три героя стоят. Вот этих три героя. Смотрите. То есть они не застанились. У них там энергию не забрали, да, то есть против таких же героев, по сути, это топовая сборка, там Леди Лео есть, шапки, да, вот смотрите, без проблем. Сейчас Ронин может ушатать, хотя я сомневаюсь, ну может, не, даже не смог. То есть такой вариант очень идеально подходит. Вот, их вот... То, о чем я говорил, может заблокировать ара, и плюс мы убились об хранителя. Вот проблема тоже одна. Ну, это уже игрок нормальный был, это уже не бот, конечно, тут мы без вопросов сольемся. А вот моя основная команда, где у меня есть, вот стоит Медуза, стоит Леди Лео. То есть они здесь есть по-любому. Также можно тут, в принципе, убрать, да, того же самого Дрейка, поставить сюда сейчас ведьму, которая нормально должна, по сути, дамажить. Сохранить. Вот идем мстить. Вот смотрите. То есть мои герои... Даже там вот самое основное, Леди Лео станет, Медуза станет, ведьма снимает бафы и сильно дамажит. Вот этого, плюс еще там тыковки ее, этого хватает с головой, чтобы быстро убивать пачки, для быстрого убийства. То же самое я таких же героев использую в королевской битве, например, то есть там тоже быстро прохожу, там 2 секунды раздают все. Кому бы я еще поставил этот талантик? С героев, которые есть. Для 18 секунд, как бы для PvP локации, вот у меня есть Афина, но я все-таки жду уже, может будет скоро скин. Я бы поставил на Афину. Опять же, видите, она бывашная. Также было бы интересно посмотреть на Седну, если будет скин. Повелителя бури, в принципе, у него и так там защита, но единственное от забора энергии, в принципе, тоже. Но он будет сливаться очень быстро. Дальше. Кто еще такой интересный? Капитан Дрейк, смысла нету. Ну, Вольт, то у него также иммун есть. Череп тоже смысла не вижу. Ну, как вариант, но это уже излишнее, я считаю. Сюда ставить тоже смысла нет. Анубис стоит, Ронин есть, Стрелок. Некрос тоже не вариант. Рино однозначно нет, Ворожей тоже нет. В принципе, все, даже Фрэнки нету смысла и Бигфуту. То есть, ну, Бигфуту можно, но у него и так быстрый набор, там как бы проблем даже не будет. Он включится с ремкой, этого будет хватать, а с БВшкой, ну, грубо говоря, он будет сливаться очень быстро. Вот, еще, допустим, я больше всего, наверное, еще Афине бы поставил. Все. Больше, как бы, смысла
в этом таланте нет, тем более если он у вас будет рунами. Вот. Поэтому вот так вот, в принципе, все, участвуйте в конкурсе, не забывайте, идет конкурс на Некроса, подписывайтесь на канал, ссылочка в описании. Мне этот Некрос будет, скорее всего, сниться уже, сколько вам его напоминаю. Все, пишите комменты, на какой талант вы хотите еще обзорчик посмотреть. Обязательно ставьте лайки. Всем пока.